Господин Гау, скажите, пожалуйста, с какими проблемами приходится сталкиваться русским, которые приехали сюда жить, в Германию, на ПМЖ, на очень долгое время, которые хотят остаться здесь, кроме языковых? Да, языковое, конечно, самое главное, само собой, но есть ряд еще многих социальных проблем. Понимаем, мы живем в демократической стране и, конечно же, в рыночной экономике. Поэтому самые первые насущные проблемы – это как я заработаю себе на хлеб и еще лучше бы заработать, конечно же, своей специальностью. Да? Вот, поэтому это, конечно, такие вот бытового плана проблемы. Второе – это, конечно же, самоидентификация людей. Кто я, где я, все приезжают со своей культурой, со своей, будем говорить, самоидентичностью, и поэтому менталитет иногда коренных немцев, живущих здесь, не обязательно совпадает с приезжими русскоговорящими народами. Германия, она мультикультурная страна. И в Германии каждый человек, тот, который привез свою культуру, имеет возможность ее жить. Но нужно понимать, что чтобы жить в этой стране, нужно и принимать максимы этой страны по полной программе. То есть понимать, я хочу здесь жить. Я здесь остаюсь, и поэтому мне нужно обязательно выходить в это общество. То есть это зависит от каждого, кто приехал, и, конечно же, от